Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Александра, это канал о вязании. И на моем канале еще не было видео ужаснее качества, мне кажется. Да не мне кажется, я точно уверена, потому что уже смеркалось, и ночь грядет, уже закат. Вы не видите, но там закат. Вот этот свет, это закат, это солнышко, которое нас покидает. И я сегодня весь день грущу, потому что я записала видео на свою прекрасную камеру в отличном качестве, с микрофоном. Шикарное видео, обычное видео о своих процессах, но весь день пыталась перекинуть это видео с карточки на телефон, поскольку я монтирую на телефоне, мне так удобнее и проще. И вообще не умею монтировать на компьютере. Но ничего не помогало, провод умер, не помогало ни дышать, не помогало перезагружать все, что на свете, все, что только можно. Поэтому провод умер, и я решила, что все-таки, поскольку я обещала видео о процессах, надо выложить видео о процессах, и я его выложу, наверное. Буду ночь монтировать и продолжать грустить, потому что провод нас покинул, меня провод покинул. Но новый провод будет через неделю, и хотя бы одно видео в неделю я все-таки должна публиковать, потому что я пообещала уже это видео, и... Да. Я не думала, что все так обернется печально. Поэтому это будет видео о процессах и немножко расскажу о пряже хлопок с молоком. Спойлер. Поэтому я вас покидаю в своих фэшн-бусиках. Я вас покину, уйду за кадр. Приятного просмотра и да. Картинка-то на самом деле не очень хорошего качества, поскольку ночь. Поэтому просто наслаждайтесь моим прекрасным голосом. Итак, быстренько о своих процессах, пока еще окончательно солнце не убежало от нас и не покинуло нас. Так, здесь все мои процессы на данный момент. То есть у меня есть такой чудесный контейнер, который под еду подразумевается. Ой. Но он у меня используется не по назначению, но так мне больше нравится. Там мой Hayward лежит, кстати. Так, это проект номер 2, это проект номер 3, это проект номер 1. Вот номер 1, по порядочку будем. Это я косметичку шила. Ха-ха-ха. В сторис я выкладывала, да? Позор. Шить, конечно, мне надо еще учиться. Вижу, я вроде получше. Так, мой первый проект. Это должно было быть что-то пляжное, но не знаю, с таким летом непонятным. Еще неизвестно, что это будет. Это джемпер с удлиненной линией реглана. Но это совсем не Hayward и ничего подобного. Просто здесь у меня будет очень широкое тело, очень узкие рукава, и линия реглана будет большой. То есть, ну, тут уже видно. Кстати, не знаю, сколько она, надо померить, сколько на сантиметров. Вяжу из пряжи Ализе Белла. Мне эта пряжа очень нравится, об этом уже много раз рассказывала. Здесь у меня остатки пряжи, это я ее просто пристраиваю. То есть, сколько у меня пряжи хватит, столько этого туники, скорее всего. Это будет туника, мне кажется, что на тунику мне хватит. То есть, это будет такая некая туника. Здесь у меня прибавки в каждом третьем ряду, по-моему, идут на теле. И... По-моему, в каждом третьем ряду. И в каждом пятом, шестом идут на рукаве прибавки. То есть на рукаве очень редкие прибавки, а на теле гораздо чаще. То есть тело получается очень широкое, рукав еще даже такой недостаточно широкий. То есть вот. Вот такой вот. Солнце, конечно, нас уже совсем покинуло практически. Вот. Это я вяжу на спицах 2,75. Они у меня чудесно отполировались уже хлопком. Они даже блестят. Посмотрите, как они. Ну, это чагу, да, вот эти вот, которые у меня остались. Чудесно они отполировались. Слушайте, если хотите отполировать спицы какие-то, вяжите мерсеризованный хлопок, либо просто хлопок полируется на ура. То есть он у меня на самом деле, такие спицы отполировались очень хорошо вот этим топом. Он у меня, кстати, тоже рядом лежит. Вот этим вот топом, который я вязала из мерсеризованного хлопка. Они им очень хорошо отполировались. Но сейчас вот этой Беллой они отполировались еще лучше. И просто вообще шик-блеск. Они спицы. Так, поскольку 2,75 спицы у меня заняты, они у меня сейчас заняты, я начала второй проект уже на спицах 3 мм. Это у меня пехорка жемчужная, это свет 411, такой вот мята он называется. Это 59 мышонок, которые я показывала в последнем видео о своих покупках. Вот, и это я вяжу джемпер, скорее всего джемпер, как это правильно назвать, джемпер, я думаю, что для своей мамы. Здесь он вот такой вот полосатый. И здесь у меня спицы 3 мм, как я уже сказала. Пехорка жемчужная пряжа. Все назвала. Так, вяжу такое вот полосатенькое. Очень мне нравится сочетание цветов. Сумасшедше нравится. И так, что здесь необычного?
Ничего здесь на самом деле сверхъестественного. Здесь лицевая гладь, здесь лицевая гладь. Просто все в лицевой глади. Так, росток я здесь вывязывала обычный, как это можно заметить. Я решила, что я сделаю так, это не будет бросаться в глаза, ну, по крайней мере, я надеюсь. Ну, то есть, обывателю, да, конечно, это ничего не будет как-то бросаться в глаза вязальщице. Это, наверное, покажется, может, даже дикостью, но, тем не менее, у меня здесь обычный росток. И потом я вывязывала по типу азиатского ростка. То есть, у меня здесь, вот видите, полоски немножко разные. То есть, здесь у меня 5 рядов везде, а здесь у меня плюс 2 ряда. То есть, я укороченными рядами по спинке еще вывязывала дополнительные ряды, то есть как бы добавляя росток и по типу азиатского ростка, да, можно так сказать. Вот, то есть такое вот извращение небольшое у меня тут присутствовало. Так, что дальше у меня есть? Прибавки. На теле у меня идут прибавки в каждом втором ряду. Так, прибавки делаю из протяжки, прибавки делаю в каждом втором ряду, и потому что я хочу очень широкое тело. Здесь я вначале делала прибавки на рукаве, в каждом втором ряду я тоже делала прибавки, потом я стала их делать реже, то есть в каждом четвертом ряду. Ближе к завершению линии реглана я буду делать опять прибавки в каждом втором ряду, либо может даже чаще. Вот, такой вот процесс. Так, что еще по нему? А, еще, поскольку это крупный размер, это у меня будет 52 размер, но это будет свободный 52 размер, то есть, наверное, 54, 56. Сколько же сил-то мне надо иметь и терпения, чтобы это довязать. Но я должна это закончить за июль-август. Так, у меня здесь будут еще выточки на груди, скорее всего. Вот. Ну, в общем, не скорее всего, они здесь должны быть. Я думаю, что они здесь нужны для лучшей посадки. И немного я еще переживаю за то, что это все-таки спицы 3 мм. Я вязала уже из пехорки жемчужной на спицах 2 мм. Это было другое изделие. Потому что оно лучше держало форму, конечно, на спицах 3 мм. Мне кажется, это все растянется сильнее. Ну, я верю в лучшее, да. Так, это второй мой проект. И вот третий мой проект, его сейчас будет абсолютно не видно. Это, конечно, уже прошло то время, когда эту пряжу можно было показать и можно было из нее вязать. Это пряжа Drops Alpaca. Показывала тоже эти моточки, кстати, в своих последних покупках. То есть вот я достала синий цвет, вяжу образец, только вот начала буквально. Буду перчатки начинать вязать. Погода налаживается, уже плюс 20 обещает в понедельник. То есть прям жара-жара. И поэтому пора начинать вязать перчатки, что-то тепленькое, что все тут хлопком балуюсь. Так. Все, то есть это будут перчатки. Скоро в моем инстаграме появятся перчатки. Так, и еще немножко расскажу по вот этому вот свитеру с удлиненной линией реглана, свитер с лицом генерального прокурора, как он сейчас называется. Так, это совсем не хейвер, то есть совсем нет. У меня здесь очень маленькая свобода облегания, тут как бы вообще ни о том, ни о сём. Цвет уже искажается, тоже прошу прощения. Я не стала в этом месяце записывать видео с готовыми работами, потому что готовыми работами июня я в основном недовольна. У меня там связались носки из пряжи Drops Fable. Fable, по-моему, да, называется. В общем, не понравилась мне пряжа, не понравилось мне с ней работать. Она слишком тонкая какая-то. И носки я в итоге закосячила. То есть я сделала скрещенную резинку вместо обычной резинки. И, в общем, через ногу это нога еле пролезает туда, и это как-то неудобно и неприятно, и сидит очень странно эти носки. Хотя пятка получилась классно, в общем, я даже по этим носкам не отчитывалась, и ладно. Так, потом у меня был связан топ синий такой, тоже в инстаграм у меня есть фотография. Я его подарила, почти уже подарила, завтра подарю. Вот, то есть вот осталось у меня вот это изделие, о котором сейчас я расскажу. Еще я связала вот этот аранистый, здесь у меня араны были такой из советской пряжи. Джемпер, я его связала, я его отдала, то есть меня просили его связать, поэтому я его связала, отдала, но я его даже не фотографировала для себя, потому что не нравился мне процесс вязания, и, в общем, я недовольна осталась тоже этой работой. Конечно, она очень понравилась человеку, которому я его связала, но я понимаю, что из нормальной пряжи можно было связать намного лучше. Ладно, окей. Так, это у меня из пряжи хлопок с молоком. Что по этому изделию могу сказать? То есть вот здесь у меня замечание конкретно по цветам этой пряжи. То есть к синей пряже у меня никаких нареканий. К синему оттенку этой пряжи у меня никаких нареканий нет. А в желтой я это показывала тоже в прямых эфирах. То, что там были какие-то участки, как будто грязные пальцы тыкали пряжу в момент перемотки. Хотя я знаю, что это не вина продавца, но вот такое вот было у меня. И еще эти странные узелки, которые я сейчас, кстати, постараюсь найти. Они у меня были тут.
То есть вот в одном месте я их распустила и даже никак не закрепила. То есть это здесь нить скручена из 8 нитей. Точнее, пряжа скручена из 8 нитей, получается, да. И вот были какие-то странные узелки. Вот здесь вот я их распутала, разрезала. Где-то я их так и оставила. Сейчас я постараюсь это найти, этот участок. В общем, вот эти вот грязные какие-то участки, вот эти вот узелки непонятные, с чего бы они взялись и как они произошли, они оставили не очень приятное впечатление о пряже. Причем вот это было именно в желтом цвете. Бирюзовым все хорошо. То есть вот бирюзовым у меня остался, я детский плед буду вязать из нее. Желтым цветом я, конечно, печально. Вот как это выглядит. То есть видите, такой узелок, он помимо того, что он грязный, то есть в итоге я постирала это все в машинке, чтобы избавиться от темных каких-то участков на самой пряже, вот просто, да, не на этих узелках. То есть на пряже это отстиралось, а на узелок так остался, видите, каким-то грязным, как будто его тут там грязными ручками щупал, трогал. Поэтому конкретно вот от желтого оттенка я была, конечно, им очень разочарована. Я не думала, что так произойдет. И когда я покупала бирюзовый, я надеялась, что желтый у меня все будет хорошо. Но в итоге нет. И вот бирюзовому никаких нареканий нет, все с ним хорошо. Единственное, что говорю, я вот этот топ в итоге постирала. Видите, он как какая-то тряпка странная. И очень тонкий стал, он был не такой. Я его постирала в горячей воде, в машинке, на убийственном каком-то режиме, чтобы отстирать вот эти грязные участки. Грязные участки отстирались, все супер. Но топ, конечно, выглядит странно. Я не знаю, если честно, как его реанимировать. Ну, после стиральной машинки вряд ли как-то можно реанимировать. То есть вот эти грязные участки не ушли, но сама пряжа пришла в негодный вид такой. То есть ее даже когда отпариваешь, она такая, она стала тонкая. То есть она была такая немножко воздушная, а сейчас она какая-то тонкая и висит как-то непонятно. Но при этом она растянулась и стала даже а-ля Хейвард немного. То есть сейчас вот он стал очень широким. Поэтому вот из этого вот бирюзового оттенка я буду вязать детский плед уже точно. Хотя пряжа очень приятная. Но говорю, вот желтым оттенком получилась такая неприятная накладка. И я уже знаю, что мне писали люди, что купили эту пряжу, они довольны, с цветами все хорошо. То есть у них не было таких моментов. Но как бы я вот вас предупреждаю, что с светлыми оттенками может стоит быть поосторожнее. Все, короче, поэтому я уже сказала. Не знаю, я даже дома не хочу его носить. Я еще плюс красилась и одевала его. Я еще твою где-то красочка немножко подзаряпала. В общем, грустная какая-то история. Вот, но буду вязать плед. Все, все мои процессы на данный момент. Обо всем отчиталась. Спасибо вам большое за внимание. И да, опять откладывается видео в нормальном качестве на неделю. Я надеюсь, что через неделю мне придет этот драгоценный буквально провод. Провода не могут столько стоить, сколько стоил этот провод. Это какое-то сумасшествие. Но, да, вот такая вот грустная история. Поэтому увидимся с вами еще когда-то в прямом эфире. Да, там не пугайтесь, там носочек просто мой. Мягкий, приятный. Да, вот такой вот. Просто он странно выглядит, я вам его покажу. Он очень мягкий и приятный. Все, на носках закончим. Всем спасибо, всем пока.